Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Приступим вязать слона с хоботом. Во-первых, перед тем, как начать это видео, я хотела поблагодарить всех тех, кто оставляет мне позитивные комментарии. Вы даже не представляете, что это для меня значит. Это мотивация, это до такой степени позитив, это подтверждение того, что я делаю это все здесь не просто так, что я не зря трачу на это время. И тем самым я вижу, конечно, сколько у меня уже подписчиков за 3 месяца появилось. Для меня это как адреналин. Я даже вам не могу объяснить, что я, ну, звезда Ютуба уже скоро. Или как это сказать, я не знаю. Ну, просто я очень по-человечески радуюсь, и мне это приятно, что люди могут по моим объяснениям это вязать. За это я очень благодарна. Девочки, все те, кто спрашивает у меня, где я беру фурнитуру на AliExpress. Я не могу, к сожалению, выставить здесь ссылку, потому что YouTube почему-то ее не выставляет. Я почти каждому ответила, но эти ответы не сохраняются. Поэтому вы просто задаете на YouTube, например, ресницы. Я делаю так, ресницы для кукол. Или обязательно амигуруми напишите, чтобы вышли вы на правильную эту. Или там блестящие глазки для кукол. И тут же опять амигуруми. На своем языке. Вы можете на немецком, на русском писать. Вы везде выйдете на эти вещи. И просто листать нет до тех пор, пока вы не увидите также эти суставы. По-немецки это геленки. И да, вы на это все выйдете. Также можете там заказать, платить. Там все надо визой. Вот, также заказываю фурнитуру у 2 девочек в России. Ссылку я сделаю под видео, потому что мне очень много на одноклассниках пишут. Тоже очень много занимает времени, когда, хотя я с удовольствием отвечу, но я выставлю лучше здесь под видео, не в комментариях, а под инфо. Итак, начнем вязать этого слоника. Я нашла этого слоника в интернете. Эта схема бесплатная, плюшевая. Получается он 25 сантиметров. Вязание у него простое, для меня простое. Единственная замудренность немного с хоботом. Хобот вяжется уже, в принципе, по схеме тогда, когда все тело связано. Для меня это было чересчур комплицирт, и поэтому я думаю, когда мы голову свяжем, сразу свяжем хобот, чтобы потом дальше вязать тело. Но это вы увидите в течение всей работы. Схема это Елена Жаглина, за что я хочу очень поблагодарить, что есть такая возможность объяснить людям по видео, так как схема это бесплатная, я не думаю, что это вне закона или еще что-то. Есть люди, которые схему читать не могут, поэтому я решила вместе с вами связать этого очень хорошенького слоника. Итак, приступим. Я уже связала ухо. Хочу я вязать голубым. В этот раз не серым, а голубым. Связала ножку и связала ручку. Беру я пряжу. Она такая, знаете, какая-то не ярко-голубая, а немножко голубой и темно-синий какой-то оттенок. Девочки, извините, но у меня нету бумажки. Все очень быстро выкидывается, чтобы такого бардака не было. Иначе у меня уже везде и шерсть, и крючки, и вата. Просто там все равно, какую возьмете пряжу. Самое главное, чтобы у вас была Хималая, Дольфин Бэби. И я беру не белую, а кремовую. Так, начнем вязать, наверное, сухо. Я вяжу все по схеме, так как мне эта схема не знакома. И я читаю и вяжу с вами. Конечно, это не зайцы. Зайцев я уже наизусть знаю. Я, наверное, штук 200 уже их перевязала, если не больше. И еще у меня в 5 заказе, и все, не дохожу до этого. И вот сейчас вроде бы у меня сегодня первый день улучшения, что я могу разговаривать. Голоса вообще не было, дети меня заразили. Так что извините за мой голос такой необычный. Приступим вязать уши. Для этого вяжутся 2 детали. Одна кремовая, другая голубая. Вяжутся они одинаково, но в голубой детали я последний ряд провязываю, так как здесь, и еще один ряд дополнительно без всяких. Итак, приступим вязать уши. Для этого я уже одну часть такую связала. Я вам сейчас объясню, как вяжется вторая часть из голубой пряжи. Я люблю делать больше кольцо амигуруми, чем из 2 петель. Когда я вяжу из 2 петель 6 петелек, то получается дырочка в середине, я затянуть ее не могу. А вот с кольцом у меня получается это все. Делаем кольцо амигуруми и вывязываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Теперь затягиваем это колечко. Хотя оно не затягивается всегда. У некоторых проблема, чтобы затянуть. Тоже понимаю, тоже так было. В каждую петлю делаем прибавки. 6 раз. Это 2. 3. 4. 5 и 6. Следующий ряд мы делаем прибавки. 1 столбик, 1 прибавка. Ну, обыкновенное увеличение петель, да, в этом порядке. И мы увеличиваем до тех пор, пока в этом кружке не будет 30 петель. Это значит 3 столбика прибавка. Сейчас мы делаем 1 столбик прибавка. 1 столбик прибавка. Теперь у нас идут 2, а нет, еще один. 1 столбик и прибавка. Я это по петлям могу видеть. Если вам удобнее, ставьте маркер, чтобы вы не запутались. Я вижу это по петлях, где прибавка, где нет. Вот здесь, например, я могу это очень хорошо видеть. Вот одна петля, вторая петля, а вот идет галочка. Там, где галочка, вот так я вам сейчас покажу. Одна петля, вторая петля, и вот эта галочка. Здесь всегда идет прибавка. Ну, это кто? Только начинают вязать. 2 столбика, прибавка. 2 столбика, прибавка. И так вяжем мы до конца, да? Мы вяжем сейчас до конца 2 столбика прибавка, весь этот круг, и потом вяжем 3 столбика прибавка, и там мы с вами встретимся. Итак, девочки, смотрите, я провязала вот такой же кружок, как белый. Здесь у нас ровно 30 петель. Закончила я вязать 3 столбика прибавка. Здесь у нас ровно 30 петель. Я закончила точно так же вязать. По схеме идут 2 одинаковых кружка. Потом этот кружок ложится и ввязывается. Но если я сейчас буду вязывать, у меня ухо будет вот так загибаться. Лучше тогда для этого на вот этом тоне, это вот, которая задняя часть, один ряд провязать еще к тому же, без всяких прибавок или убавок. Просто один ряд, чтобы это ушко было чуть-чуть больше. У нас сегодня солнце вышло. Боже, это такая редкость в Германии. Солнце. Я теперь понимаю, почему все немцы уезжают летом отдыхать в теплые края. Потому что у них дефицит на витамина D. Вот у меня такой витамин D дефицит, а потом депрессники начинаются всякие. Нехватка. Солнце выйдет, это как праздник, как 1 мая здесь в Германии. Сразу настрой такой. Вот вяжем этот ряд. Мне кашель покоя не дает. Пришлось таблетку взять. Не таблетку, а конфетку. Такую от кашля. Вот, девочки, провязали. Теперь ложим вот это ушко. Прячем ниточку внутрь. Втыкаем вот в эту последнюю петлю. В голубой втыкаем следующую петлю, нитку прячем внутрь и провязываем вместе. И так каждую петельку. Вяжите этот ряд немножко послабже, чтобы он сильно не закручивался. Так как я туго вяжу, я вижу это по своей вязке, что он у меня так немножко загибается, потому что эту петельку чуть-чуть можно растягивать. И так вяжем весь ряд.
Вот я провязала, и последнюю петлю можно просто здесь закрепить вот так. Ухо готово. Кто не хочет вязать с белым, достаточно просто вот таких вот кружочков. Видите, у нее по схеме просто кружочки. И слоник потом получается, я как поняла, она здесь просто уже какой-то материал, наверное, или пришивала, или она вязала плюшевой пряжи. Но в схеме здесь показано только одностороннее ушко. Ну, с одним цветом я имею в виду. А я сделала два. Так, теперь свяжем вот такую ручку. Для этого берем голубую пряжу, делаем кольцо амигуруми. Ну и как всегда, одно и то же начало. Кольцо амигуруми, потом 6 петелек делаем, да? 3, 4, 5, 6. Затягиваем, делаем прибавки, 6 штук, 1, 2, 3, 4, 5. И 6. Посчитаем. 12 петель должно быть. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот. Здесь вы можете поставить маркер. Или я делаю всегда так. По схеме стоит провязать 4 ряда 12 петель. Я 4 умножаю на 12, получается 48 петель. Отсюда я вяжу 48 петель и их считаю. Тогда вы знаете 100%, что вы 4 ряда провязали. Вот. Вяжем. 4 ряда самостоятельно, да? Я здесь вытащу вот эту, как маркер. Ну, я все равно сейчас буду их считать, когда вяжу. Вот я провязала эти 4 ряда. Теперь мы делаем убавки. Делаем 3 убавки. 1. 2. 3. И 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь заполним эту ручку ватой. Я заполняю только конечность. Верх я не заполняю. Еще хочу сказать, что в этой схеме ножки и ручки у нее крепятся с помощью пуговиц. Но я хочу эти ручки пришить, а ножки я сделаю вот на таких суставчиках, чтобы они двигались, он сидеть мог. Вот. Теперь мы вяжем. У нас сейчас 9 петель, и мы вяжем теперь 2 ряда. 9 петель, это получается, 18 петель. Просто просчитываем их все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Теперь мы еще одну последнюю убавочку делаем. Убавка. И 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот, у нас теперь сейчас получилось здесь 8 петель, и мы вяжем 3 ряда наверх. 8 на 3, 24. Вяжем 24 петли наверх. Потом я вам покажу, как мы ее складываем и вместе провязываем. 3 ряда наверх, 8 петель, 24 петли. Вот посмотрите, я провязала 24 петли.
И теперь нужно, в принципе, вот так ее сложить и провязать вместе. Это не в схеме, это, ну, я уже сама так сделала. Но обратите внимание, вам ее желательно сложить вот так, чтобы вот это вот, вот эти убавки, как ручка, когда вы будете потом пришивать, лежали вот так. Для этого мы сделаем еще 2 петли смещения. Раз, два. Теперь мы ее складываем ровненько, да, чтобы обязательно вот убавочки, где убавки, там она так ровно складывалась. И провязываем вместе. Раз, два, три. Очень важно провязать вот этот вот уголок. Если вы его не провяжете, вот этот уголок, если вы его не провяжете, когда вы будете потом или ввязывать, или пришивать, всегда будет этот кончик торчать. И оно такое ощущение, как будто он, ну, распарывается. Поэтому я всегда ищу его экстра, захватываю. Все. Связали ручки, связали уши. Приступим к вязанию вот такой ножки. Для этого берем сперва белую пряжу. Меня уже ваши комментарии научили, что это не шерсть, а пряжа. Для меня вообще, если честно, все шерсть. Все, чем я могу вязать, для меня это все шерсть. Но потом я поняла, что шерсть — это баранья шерсть, а пряжа — это все искусственное. Спасибо, девочка, кто мне так хорошо ответил. Для этого делаем амигуруми ринг. Ринг, амигуруми кольцо. Ринг — это по-немецки. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Затягиваем и делаем в таком порядке: шесть прибавок, один ряд, потом ряд, один столбик прибавка, второй ряд, два столбика прибавка. И у нас 24 петель, да? Каждый про себя сейчас считает и делает. Один ряд сперва ведут в каждую петлю прибавки. Знаете, я еще хотела, у меня очень большая просьба есть. Есть, конечно, многие особы, которые оставляют такие комментарии прям с матами. Ну, честное слово, прям противно читать это. И я попросила бы такие вещи больше на моем канале не делать. Чтобы там... Вам, если что-то не нравится, вы просто нажмите, что вам не нравится, разворачивайтесь и уходите на другую страницу. И вяжите там, где вам нравится. Потому что я всякие комментарии приветствую, да. Где-то какие-то мои ошибки или еще что-то, я на них только учусь. Но когда женщины матерятся и пишут такую дрянь, мне прям противно это читать. Извините, пожалуйста, да, что я сейчас вот среди вязки это говорю, но я почему-то уверена, что та, кто это написала, она еще раз просмотрит это видео. Это просто те, у которых никогда в жизни крючка не держали в руках. Вот. Это к вязке. У меня просто иногда дети читают комментарии. Слава богу, они по-русски не понимают. Не то, что не понимают, они читать не могут. Они все понимают, но читать не могут. Но они у меня иногда спрашивают: мама, что тебе написали? Я сейчас вяжу два столбика. Прибавка. Да? Этот ряд последний с прибавками. Два столбика. Прибавка. Вот мы закончили. Здесь сразу видно, что идут потом три столбика прибавка. Сейчас у нас 24 петельки. Теперь мы делаем смену нити. Вот так. Мы вяжем за заднюю петлю голубую нить. Этой ниткой мы еще захватываем петлю. Сюда захватываем,
Можно ее оторвать или отрезать, кто как. Прикладываем голубую. И провязываем ее. Эти две ниточки мы ложим и провязываем их вместе. Весь ряд мы провязываем за заднюю полупетлю. Без прибавок. Вот, когда вы до конца провязали, то провязываем еще один ряд голубой пряжи, 24 петли без прибавок. Это значит, сейчас до конца за полупетлю и потом еще один ряд 24 петли. Вот я провязала. Теперь вяжем мы убавки. Два столбика сперва. Начало ряда я всегда запоминаю вот этим переходом. Его видно всегда. Два столбика. Потом мы делаем один столбик и убавка. И так 6 раз. Один столбик. Убавка. Это 2. Три, четыре, пять, шесть. Теперь мы делаем два столбика и убавка. Следующий ряд мы вяжем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь мы делаем 3 убавки. Раз, два, три. И делаем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. А теперь мы вяжем 4 ряда 14 петель. Я сперва один ряд провяжу, а потом заполню ватой. 14 петель. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У нас еще 3 ряда остается, да? Запомнили. И наполняю ватой. Она получается немножко как конусом, опять же, из-за этой пряжи. Но когда вы заполняете, то вы немножко так вот ее растягиваете, разглаживаете, и у него будет ровная ножка. Такая хорошенькая уже. Вот. Остается у нас провязать еще 3 ряда. Вяжем самостоятельно, да? Вот я 4 ряда провязала, заполнила ножку ватой. Ее желательно полностью все заполнить, чтобы она вся была наполнена. Теперь мы делаем один ряд убавочек. Для этого мы делаем одну убавку. 5 столбиков. Раз, два, три, четыре. 5, убавка, еще 5 столбиков, 1, 2, 3, 4 и 5. Вот, теперь вообще этот ряд, где просто петли сейчас закрываются. Давайте посмотрим. Суставчик я вставила здесь,
Значит, на этой ножке он будет вставляться здесь. Чтобы все ровненько было. Прикладываем, смотрим. Ну, где-то вот тут он должен быть. Сустав, размер у меня 3,5 сантиметра. На эти ножки можно даже еще и меньше. 2,5 тоже есть, но у меня они кончились. Вот, 3,5 сантиметра. Выше. Сейчас я посмотрю, мне тяжело будет провязать. Я, наверное, еще один ряд провяжу. Вот так. Так правильно все. Теперь мы просто этот ряд закрываем, да? Мы в каждую петельку делаем убавки. Я сделаю убавку, потом еще раз засуну, потому что мне сейчас, ну, не подойти сюда. Да? Закрываем самостоятельно. Вот что у меня получилось. Вот такие две ножки. Я сделала убавочки в каждую петлю. И потом я беру цыганскую иголку и затягиваю до конца. Тогда получается здесь очень красивый ровный переход. Теперь вяжем голову. Что так быстро? Итак, приступим к вязанию головы. Для этого беру я голубую пряжу, делаю кольцо амигуруми. И в это кольцо 6 столбиков, как всегда, как любые головы вяжем игрушкам, мы делаем здесь прибавление до 42 петель. Это значит 5 столбиков прибавка. Тогда у нас будет 42 петли. Это сейчас просто делаем прибавки. 4, 5 и 6. Вот. И теперь мы делаем прибавки. Для этого сперва в каждую петельку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Еще один ряд делаем прибавками. Один столбик. Одна прибавка. А потом уже можно поставить маркер. Хотя я не использую. Один столбик. Одна прибавка. Если вы вот эту петлю немножко больше вытягиваете, то он конусом не закручивается. Но если я ее чуть-чуть сильнее вытягиваю, то у меня дырочки получаются. Поэтому я вяжу немного туже, но он у меня конус выходит. А потом я его руками растягиваю, эту вязку. Я вот эту нитку очень мало тяну. Ее надо подлиннее оставлять. Ну, это уже на технике кто как. Я все не могу себя отучить вот этим пальцем, вот эту иглу не держать. У меня потом вот такая херня. Извините. Ну, так оно и есть. У меня потом этот палец так болит. Некоторые вяжут вот так. Вот так как-то держат. И вот так вот вяжут. Мне кажется, что у меня сейчас петля упадет. Вообще не могу я так вязать. Ну, вообще не могу. Мне нужно держать вот эту петлю, которая здесь сидит. Мне кажется, это потому, что я никогда крючком не вязала. Вообще, я вяжу с 10 лет. Мне будет 39. Я вяжу с 10 лет. И всю жизнь я вязала спицами. А крючком я начала вязать, когда я забеременела. Это было 5 лет назад. С моей малой. Тогда что-то я опять припала на эту вязку и начала там пинеточки, все такое в одноклассниках выставлять. И одна девушка у меня заказала зайчика. Ну, думала, решу, попробую. Девочки, я до 3 часов ночи сидела в YouTube и тыкалась, мыкалась. Мне так было тяжело этим крючком владеть. За 2 месяца я научилась им владеть. Мне надо было немножко дольше времени почему-то. И потом начала я вязать игрушки. Они с каждым разом все лучше и лучше, красивее и красивее. Потом я поняла, что это настоящая могла бы быть моя профессия. Вообще, я работаю у уролога.
как медсестру, здесь по-немецки, это как не медсестра, а как помощница врача, Arzthelferin. Работаю уже 20 лет. Мне очень нравится эта профессия, но это не моя перфектная профессия. Вот этим бы я занималась днем и ночью. Какие-нибудь курсы бы давала где-нибудь. Раз, два, три. Прибавка. Раз, два, три. Прибавка. Теперь раз, два, три, четыре. Прибавка. Итак, мы вяжем дальше, пока мы не свяжем 42 петли. Пока не наберем, да, 42 петли. Это значит 5 столбиков, прибавка. Итак, я провязала сейчас здесь последний ряд 5 столбиков, прибавка. Получилось у меня 42 петли. И теперь мы вяжем 6 рядов без изменений. 6 рядов тоже можем самостоятельно, да, связать. Итак, девочки, я провязала эти 6 рядов. Теперь мы будем формировать хобот. Для этого мы вяжем сперва 16 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Пропускаем теперь 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Это была 10-я. Это была 10-я. И вот следующую вяжем дальше. А нет, подождите, девочки, по схеме. По схеме мы сперва 4 воздушные петли делаем. 1, 2, 3, 4. Теперь мы отсчитываем 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. И теперь здесь мы вяжем дальше. И вяжем мы опять 16 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот такая у нас получается система. Отсюда потом будет вязаться хобот. Я когда по схеме вязала, я потом довязывала дальше до конца тела, вставляла здесь глазки, дошла до шеи, потом я вязала это дальше все. Но мне потом так тяжело было вывязывать этот хобот, потому что все это тело снизу мне мешало. Поэтому мы провяжем еще пару рядов. Потом я эту нитку оторву и свяжу сперва хобот. Ну, намного удобнее так, чем вывязывать потом из-под шеи, как-то доходить. Дырки у меня здесь потом получались, это не очень красиво. Так, следующий ряд. Мы делаем 2 столбика. 1, 2. И теперь мы делаем 5 раз убавка 4 столбика. Убавка. 1, 2, 3, 4. И так 5 раз. Убавка. 1, 2, 3, 4. Теперь вот эти 2 последние. Это будет убавка. И 4 это вот эти петельки, что мы набирали. Здесь придется методом тыкания
Раз. Два. Три. Четыре. Теперь опять идет убавка. И четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Надо посчитать, сколько раз я уже вообще сделала. Раз. Два. Три. Четыре. Еще одна. Делаем пять раз так. Убавка. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь мы делаем убавка и два столбика. Раз. Два. Следующий ряд мы делаем 3 столбика убавка. И так 6 раз. Еще один ряд мы делаем 2 столбика убавка. И так 6 раз. Но перед тем, как мы это делаем, давайте ставим глазки. Глазки по схеме вставляются. Знаете, я сейчас этого слоненка принесу. Вот смотрите, глазки вставляются, ну, где-то вот на одном уровне с началом хобота. Что-то мне, если честно, он хорошенький, все красиво, но я бы глазки чуть-чуть выше бы сделала. Может быть, на одну петельку. Что-то мне хотелось, вот здесь были бы красивые голубые глаза ему. У слонов же голубые глаза. Думала, сделаю-ка я сюда голубые, но она все сливается, она некрасива. Вот, поэтому мы запоминаем, да, вот линии, они очень четко показаны. Отсюда идет хобот, делаются глаза по бокам. Ну, выйдем мы 2 ряда наверх, раз, два, и сюда. Вставим черные глазки. Здесь мы где-то 2 петельки вот так у нас отходят. Раз, два, и 2 ряда наверх, сюда. Обыкновенные черные. Иногда красивее смотрятся, чем какие-нибудь другие. Хотя у меня есть столько рисованных глазков. Так охота их испробовать, но... Ой, так тяжело. Обязательно вот этими шайбочками. Блин. Так, теперь мы можем делать убавки. Как я вам уже сказала, мы делаем 2 ряда убавки. Один ряд 3 столбика убавка и второй ряд 2 столбика убавка самостоятельно. Итак, я провязала эти убавочки, набила ватой. Потом, когда мы будем вязать хобот, можно еще больше туда добить, если, например, не хватает. Теперь ряд делается просто соединительные столбики. У нас 18 петель, и мы делаем соединительные столбики. Они делаются вот так. Втыкаем, выводим нить, не провязываем, а вытаскиваем из петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17 и 18. Теперь мы делаем 2 ряда, 18 петель. Первый ряд мы провязываем из-под низу. Прям вот этот вот образовалась вот такая кайма. Вот эту кайму нужно прям из-под низу провязывать. Не в столбик сюда, а прям вот захватывая так, чтобы получился у нас такой ободок. Для чего он здесь? Для того, чтобы у слона
голова крепко держалась, чтобы она не болталась в разные стороны. Здесь, когда вы потом это провяжете, вы почувствуете, что образуется как обруч такой, который держит эту голову. Это очень классная идея, в принципе. Вот прям вот в эти дырки здесь провязываем 18 петель. Но будет немножко так интересно вязаться сейчас, потому что много приходится обвязывать. 3, 4, 5, 6, прям такой кусок вы обвязываете, 7, 8, ну и так до конца сами, да? Вот я провязала эти 18 петелек, и теперь вяжем еще один ряд 18 петелек. Просто провязываем вокруг. Итак, по схеме идут дальше прибавки для животика и все такое. Но я сейчас уже хочу начать вязать хобот. Для этого я эту нитку оторву, ее потом очень легко приложить и вязать дальше. И начну вязать хобот, потому что ну, тяжело мне было очень потом его вязать, когда уже вот эта часть здесь связана. А так я сейчас петли здесь все могу видеть. Мы сейчас должны набрать 14 петель. Сверху мы набираем 10 и снизу набираем 4. Если так логически посмотреть, 4 петли. 1, 2, 3, 4. Остаются вот здесь такие дырки. Я вам покажу, что лучше здесь тоже захватывать, но автоматически делать убавку, чтобы одна петля образовалась из двух. Тогда у вас здесь дырок не будет. Для этого я прицеплю вот здесь нить. И набираем сверху 10 петель. Лучше набрать больше петель и потом их убавить, чем мало петель, и у вас будут дырки. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Если так посмотреть по петлям, да, то здесь, наверное, нужно 5 или 6 петель добавить. Ну, по схеме 4 петли. Для этого мы обязательно втыкаем вот сюда и в следующую петлю и делаем убавку, и это получается у нас одна петля, одна. Так в схеме не стоит, но это просто по моим методам, когда вот я вязала, и просто ну, я не знаю как по-русски это эрфарум, по моим работам я это видела, что лучше делать так. Вот раз, теперь можно сделать два. Где-нибудь здесь я. Три. И тут получаются такие еще дырочки. Нет, девочки, два. Теперь мы делаем здесь с убавкой. Блин. Надо вот поймать ее как-то. Три. И здесь также сделаем с убавкой, чтобы закрыть эту дырку, потому что для одной петли это много места. И вот получается 4. Теперь, если вы смотрите, здесь дырочек ни одной нету, и у вас здесь 4 петельки. Вот. Начало вязания было бы отсюда, да? Если вы сейчас здесь начнете вот с этой петли вязать, сейчас посчитаем петли. Это не петля. Вот петли идут. Это соединительная была. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Получается, я должна начинать сейчас отсюда. Если вы отсюда на сюда начнете соединять, здесь образуется дырка. Поэтому еще раз здесь обязательно захватите, как в убавочке сделаете. Я вам сейчас покажу. Вот. Набрали мы 14 петель. Вот. И теперь мы провязываем один ряд. Но
Когда мы провяжем этот ряд, здесь делается убавка. У вас получается 13 петель. Я здесь захвачу и иду в эту петлю, которая положена. Видите, дырок нету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, вообще у нас 14 петель, но нам в этом ряду нужно сделать убавку, чтобы получилось 13 петель. 13 было, и вот 13 и 14 вместе. Вот у нас получилось сейчас 13 петель. Убавки всегда делаются с нижней стороны хобота, чтобы их видно не было. Вот, теперь мы делаем 2 ряда. Теперь мы, знаете, как будем делать? Мы сейчас один ряд опять провязываем, сделаем убавку. У нас будет 11 петель. И потом один ряд мы просто провязываем без убавки. Потом мы также делаем 10 ряд. Это значит, мы ряд провязываем, делаем убавку, и один ряд мы вяжем без ничего, просто. И так оно чередуется. Сейчас мы делаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вообще у нас сейчас 12 здесь петель от начала ряда, но по схеме должно быть 11, поэтому мы делаем убавку. И один ряд просто провязываем без изменений. 11 петель. 2, 3, 4. У девочки уже обед. 5, 6. Мне уже детей надо забирать всех со школы. Как быстро время прошло, блин. 7, 8, 9, 10, 11. Смотрите, мы находимся сейчас здесь. Мы сделаем еще 2 петли смещения, чтобы у нас здесь были убавки. Даже одной хватит петли смещения. Вот так. Вот. Теперь мы делаем 2 ряда 10 петель. Это значит, в первом ряду мы делаем убавку, чтобы у нас было 10 петель. Второй ряд провязываем просто так. Потом мы делаем 2 ряда 9 петель. Один ряд провязываем, делаем убавку, у нас будет 9, и один ряд просто так. И потом мы вяжем последние 2 ряда 8 петель. И хобот закрываем. Я не думаю, что я должна это показывать, мне кажется, что это всем понятно, да? Мы сейчас просто повторяемся. У нас сейчас мы провязали 11 петель. Мы теперь вяжем 2 ряда 10 петель. Потом мы вяжем 2 ряда 9 петель. И потом мы вяжем 2 ряда 8 петель. Хобот закрываем. В каждом первом ряду из 2 мы делаем одну убавку. Убавка делается в хоботе. Снизу хобота, я имею в виду. Девочки, не забывайте забивать хобот. Он должен быть обязательно стоячий. Иначе это не слон. Блин. Никогда не думала, что в своей жизни буду слонам носы забивать ватой. Так. У меня сейчас здесь 8 петель. Видите, как все ровно получается? Когда я вязала в этом сереньком, у меня так ровно это здесь не получалось. Я потом стягивала как могла уже нитками. Поэтому сперва хобот свяжите, а потом уже будем вязать тело дальше. Формируем его. Голову тоже нужно будет формировать. Я потом здесь еще добавлю ваты. Смотрите, чтобы она была круглая. Конечно, он будет совсем по-другому смотреться, если ушки будут лежать. И он, кстати, больше получается, чем серенький. Эта пряжа у меня немножко толще. Прям классно. Я люблю, чтобы игрушки вот из этой пряжи были немножко больше, чем
чем 20 там, сантиметров или 25. Вот. Теперь я вяжу просто последние. Вот у меня петли, 2 ряда, 8 петель. Сейчас я вам покажу, как я закрываю. Один ряд. Единственное, что практично, что не нужно вот этот хобот пришивать. Я вообще не люблю пришивать. Но и выглядит намного красивее, так у нас, как по-настоящему, что у нас головы растет и без всяких швов. Вот эта вот часть. Вот так. Теперь добиваем, забиваем до конца, оставляем подлиннее нить. Здесь я убавки делать не буду, потому что это будет некрасиво. Я просто возьму иголку и соберу. Как мы собираем? Красиво, когда наверх задрано. Как мы собираем? Мы просто берем иголочку и иголкой в каждую переднюю стенку петли мы засовываем. Засовываем, 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 пока до сюда не дойдете. И потом затягиваете. Потом сверху завязываете узелок и вытаскиваете нитку. Воткните в хобот и вытаскивайте здесь и здесь отрежьте. Не отрезайте сразу на конце, иначе она будет пушиться у вас. И обязательно воткните иглу. Ну, я сейчас вам покажу. Вот смотрите, вот такая иголка. Теперь в каждую переднюю петельку. Раз, два, три. Потихонечку, да, потому что она может пушиться. Сюда, сюда, сюда. Это можно и не обязательно этой ниткой сделать, но практичнее этой ниткой, чтобы у вас никаких отрезков не было, иначе она пушится, и потом, ну, некрасиво. Все. Теперь мы вот так вот это затягиваем. Видите, какой аккуратно получился конец. Окей. Теперь мы делаем узел. Кто как может. Сделали узел. И вот это, я имею в виду, берете вот здесь воткните. И вот здесь ее выведите. Никогда не отрезать прямо здесь в конце. Вы можете даже еще раз ее воткнуть. Ну и так пару раз куда-нибудь. А потом спокойно вы можете ее отрезать. И вы знаете, что она никогда здесь не распустится. Вот такой у нас хобот получился. Выглядит сейчас на муравьеда. Голова в форме дельфина. Вообще фиг поймешь, что получается. Но когда он уже весь сделан, то он очень четкий. Итак, продолжаем вязать тело дальше. Мы остановились на том, что мы провязали 2 ряда. Один ряд провязали прям за вот этот ряд, где мы делали соединительные столбики. И один ряд просто так. Теперь мы делаем прибавки. Да что такое? Все меня хотят. Это хорошо. Теперь мы делаем прибавки. 2 столбика прибавкой. Так 6 раз. Раз. 2. Прибавка. Я не могу включить на этот... Ну, сеть убрать, потому что мне дети должны сейчас написать, когда их со школы забрать. Уже написали. 15 минут у меня осталось с вами пообщаться. Сейчас, конечно, немножко хобот мешает. Но лучше так. Мы его чуть-чуть наверх так загнем. Ему ничего не будет. Так, у нас было раз, два. Здесь должна быть прибавка. У кого нитка была оторвана. Конечно, практичнее, если вы возьмете для хобота новый клубок. Но можно здесь и так сделать. Соединяем, затягиваем, так, тут прибавку мы уже сделали, и так далее, да, весь ряд мы делаем 2 столбика, прибавка,
раз, два. И прибавка. Раз, два. Прибавка. Шесть раз. Раз, два. Прибавка. Да, все правильно. Теперь у нас ряд просто 24 петли. Раз, два, три. Вяжем самостоятельно, да? Теперь, девочки, по схеме идет так, что мы сейчас провязываем 14 столбиков, да? И мы должны где-то быть вот здесь. Вот здесь, под хоботом. И здесь делаются 6 прибавок. У нас, конечно, может быть какое-то смещение, потому что не всегда у тебя получается ряд именно вот здесь, как должно быть. Поэтому мы сейчас вяжем 14 столбиков, и там мы посмотрим, сколько нам сделать петель смещения. Может быть, мы даже в правильной точке будем. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, в принципе, я должна была 14 провязать, да? Но я остановлюсь пока вот здесь. Почему? Потому что идут потом 4 прибавки. А, не 4, а 6, извините, 6 прибавок. И эти прибавки, они должны быть прям под носом. Они формируют животик. Вот видите, вот эта часть формирует животик. И эти прибавки должны быть здесь. Если, например, я по схеме там не сошлась 14, то это не страшно. Вы просто берете, ищете вот эту вот середину. Для этого должно быть 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это получается вот так. Немного, я такого мнения, немного смещено налево. Поэтому я петлю делаю сюда и отсюда считаю. 2, 4, 6. Мне кажется, что вот эти вот петли, они самое то для того, чтобы здесь начинать делать пузико. 6 прибавок. Вот, одну я уже провязала. Делаю туда еще одну петлю, это получилась одна прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка, четвертая, пятая и шестая. Вот это очень важно, чтобы у вас живот был не на боку где-то, а вот в серединке. Он как раз там и получается. Вот. Теперь мы дальше по схеме вяжем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. Вот. И здесь у нас выходит начало ряда. Здесь себе надо, чтобы вы это запомнили. Тогда, если бы я отсюда начала бы считать 14 петель, тогда я бы вышла на эти прибавки правильно. Вот. Этот ряд мы сделали. Теперь мы вяжем один ряд просто без изменений. У нас должно быть 30 петель. Вяжем самостоятельно. Я провязала эти 30 петель, один ряд. Теперь мы делаем опять прибавки. Для этого 14 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14. И еще раз теперь делаем прибавки. Для этого мы делаем 6 раз. 1 столбик, 1 прибавка. 1 столбик, 1 прибавка. 6 раз. Столбик.
Девчат, у меня, к сожалению, закончилась карточка, и на этом месте, где прервалось у меня видео, когда я его просмотрела, я хочу вам объяснить, что у меня там пропустило. Закончилось видео на том, что я делала один столбик прибавка вот здесь на животике. Когда вы этот один столбик прибавка 6 раз сделаете, то остается еще провязать до конца ряда 4 петельки. И потом вы вяжете 4 ряда вниз. И дальше мое видео продолжается. Извините, пожалуйста, я когда видео просматривала, это увидела. А так, смотрите, какая он прелесть. Вот такая вот прелесть у меня получилась. Но это вы увидите в конце видео. Итак, девочки, я опять с вами. Всех забрала, всех накормила. И опять сюда, чтобы это видео хотя бы доделать. Итак, я провязала эти 4 ряда. А теперь идут убавки. Мы делаем убавки. Два ряда убавками, один ряд, 4 столбика, убавка, и так 6 раз. Второй ряд, 3 столбика, убавка, и так 6 ряд. 6 раз. Да? Это мы можем сами сделать. Я сейчас покажу. Ну, в принципе, что показывать. Раз, два, три, 4 и убавка. И так до конца ряда. Следующий ряд. 3 столбика. Убавка. В этот раз такая плюшевая пряжа классная. Прям толстая такая она. Но мягкая. Эта игрушка будет больше, чем 25. У меня из серой пряжи получился 25 сантиметров. А этот будет крупнее. Еще много от пряжи, конечно, зависит. 4. Убавка. Раз. Два, три, 4, убавка, 2, 3, 4. Ну так и делаем дальше, да? Довязываем этот ряд до конца, 4 столбика убавка, и потом делаем 3 столбика убавки, целый ряд. Итак, я сделала эти убавки, набила немножко уже тело ватой. Теперь смотрите, разница какая головы вот в этом слоненке и в этом. Блин, плохо сейчас видно, это будет хорошо видно, когда... Ну, я вот... тяжело мне показать, но намного больше получается с такой пряжи. Хотя это одна и та же, просто по качеству чуть-чуть другая. Получилось потолще она, лучшего качества. Вот, сделали убавки, теперь мы провяжем, у нас получается должно 24 петли, и теперь мы провяжем просто один ряд, без всяких прибавок или убавок. Провязываем его до конца, да? Провязали, теперь мы сделаем еще один ряд, 2 столбика и убавка. И потом можно будет прицепить эти ноги, тогда уже примерно можно видеть, где их цеплять. Хотя я боюсь, чтобы это потом уже много не было. Давайте их приложим. Я думаю, что вот так они должны быть. Если рука идет сюда... Рука пришивается прямо вот в полоске в шее. Нога, думаю, вот так. Ну-ка, с этой стороны. Да, давайте их прицепим уже. Иначе потом я тут не доберусь. Получается, прицепляю в ряду. Где я делала 3 столбика убавка. В том ряду я цепляю. Вот так. Там еще вата чуть-чуть мешает. Чтобы все было симметрично, да? Ахсу, я вот эти вот еще места не закрыла. Я их потом закрою. Так, получается, вот в этом ряду я вцепила. Значит, здесь где-то тоже должно быть. В принципе, делается так, надо сперва нитку затянуть, да, а потом уже цеплять. Но у меня здесь немножко со временем. Вот это классно сидит, а эту надо чуть-чуть наверх поднять.
на одну петельку. Вот так. Вот. Теперь они классно сидят. Ну-ка, я сейчас поверну вот так. Какой он косолапый. Не косолапый, а пузяка. Такой весь. Такой, ой, такой уже прям охота его затискала бы. Боже ты мой. Вроде бы в детстве у меня были игрушки, я не знаю. Девочки, вот такое идет сюда. Это все идет вместе с суставами. Шайбочка и вот такая. Тут уже никто оторвать вам ногу не сможет. Вот это потом я затяну. Что-то я сильно затянула, что он даже двигаться толком не хочет. Так, здесь также показываю вам. Шайба. Сейчас, может быть, я здесь фиг потом крючком пролезу. Давайте я здесь еще пару рядков сделаю. У нас следующий ряд будет 2 столбика убавка. Я сейчас здесь так чуть провяжу, чтобы я потом могла здесь закрепить, иначе я крючком не залезу. Вяжем следующий ряд. Просто закрываем. Тут остается 2 столбика убавка. И потом один. Игрушка большая, уже тяжело в камеру ее. Потом один идет столбик убавка, да? 2 столбика. Убавка. Ну и так до конца ряда, в принципе. Не забывайте набивать сейчас слоненько ватой плотно, так, чтобы животик был кругленький. Потом цепляете ногу. Блин, мне сейчас надо сейчас посмотреть, где я прицепила. И полностью закрываете. 2 столбика убавка, столбик убавка, и все, закрыли. Где-то можно сделать самостоятельно. Итак, девочки, я все это довязала, прикрепила. Вот так у меня получилось на дне, или на дно, на дне. Затянула все иголкой. Также и вот эти вот ножки все позатягивала. Вот. Ну, видно, что он будет очень классной формой, прям обалденный вот этот вот животик, вот это все. Мне очень нравится. Обратите внимание, я ножки сделала немножко сзади, сюда более сдвинутые, для того, чтобы вот этот живот был впереди. И если он сидит, то у него ноги так будут... Я даже не знаю, как вам объяснить. У него ноги так по сторонам, но он такой сладкий, да, только можно посмотреть на фотографии. Если я сделаю, тогда будет видно. Потом я видео сделаю от него одного. Теперь для того, чтобы его дальше вязать, нужно еще сделать утяжки. Я хочу обязательно сделать, тогда у него такой живой взгляд. Но если сейчас уже вы приложите ушки, ушки, и потом еще идут у него вот такие вот ручки, то он будет класснючий. Сейчас я вам покажу, как делаются утяжки. Для этого я возьму вот такую большую иголку, она где-то 20 сантиметров. Ну, в принципе, есть в любых Бастельладен в Германии. А в России, я не знаю, где, наверное, в магазинах тканевых или еще где-то, я не знаю. Вот, очень классная вещь. Нитку я беру вот такого она качества, если вы видеть можете, сейчас покажу. Она сейчас берет, у меня фокус берет совсем другой. Она, знаете, такая, как джинсовая. Такая обыкновенная нитка, которую мы используем, если какие-то дырочки есть, только она, можно сказать, 2 раза толще. Она очень плотная, ей можно утягивать, и как она называется, я не знаю, она вот в таких мотках продается. И тоже я это в Турции покупала. Вот, ее я использую для этого. У этого слоненка прям просится здесь такую улыбочку сделать, я ему эту улыбку и сделаю. Поэтому я буду втыкать, обычно утяжка втыкается... Вот здесь, но я воткну здесь, и потом вот здесь, и получится такая улыбка. Для этого утяжки сильные здесь не обязательно делать, потому что, в принципе, он уже, так глазки у него так стоят, что не обязательно так сильно утягивать. Но я люблю утягивать игрушки. У них сразу совсем другой такой взгляд получается. Вот, надо закрепить сперва эту нитку, она всегда из петель вылазит. Уже темнеет на улице. Итак,
сюда вводим. Сверху где-нибудь в глаз, в угол выводим. Затягиваем. Вводим сюда. Чуть-чуть, знаете, как ваты немного забираете. Смотри. И опять здесь выводим. И вот это можно вот так утянуть. Видите, он сразу туда внутрь пропадает. Теперь вот так сюда, вот так вот прокладываем чуть-чуть нитку. И где-то вот с этой стороны вкалываем, с другой стороны хобота. Выводим глазик. Оттягиваем. Ну и вводим сюда где-нибудь. И опять тут же рядом выводим. Из этого хобота, блин, тяжело показать. И вот так вот его слегка втягиваем. Когда вы втягиваете, обратите внимание, чтобы глазки втянулись равномерно, да? То один у нас будет туда, один туда. В данный момент я вижу это так у себя. Поэтому я вижу, что этот выше, этот ниже, поэтому я иду еще раз сюда. Еще один раз его втяну. Втяну его. Вот так. Красота. Все. Теперь лучше сделать здесь узелок. Когда я делаю узелок, я держу эти два глаза. В давлении немного, да, давлю их, чтобы нитка не натягивалась и утяжки не уходили. Потом я делаю узел. Не-не-не, не так быстро. Теперь он никуда не денется. Обязательно формируйте потом опять. Теперь я вывожу, где брови. Сделаю ему такие брови. Все должно быть симметрично. Так. Сюда. И когда вы сюда ведете, вот сюда, выводим в хоботе. Мне очень нравится у слона, у него же такие складки на хоботу, на хоботе. И мне очень нравится их тоже сделать. Господи, не русиш, не дочь. Кошмар. Самое главное, что вы меня понимаете. Мне и немцы не понимают, русские не понимают. Мы уже здесь 20 лет, 21. Я 21 год живу в Германии, муж дольше. Сама из Казахстана, с Кокчетава. И, вернее, из Чайкина, с поселка Чайкина. Я там жила. И мы живем здесь уже 22 года, но мы дома говорим по-русски. И с детьми говорим по-русски, хотя дети вообще не говорят по-русски. Малая. Малая смотрит YouTube, и там показывают эти всякие... Даша, Маша, вот эти вот, которые в России крутят видео. Как она их любит. Хочу, говорит, к Диане в гости. Поедем и все. И вот она смотрит, и вот из этих видео она может классно разговаривать еще по-русски. Мои дети никто не разговаривает. У меня отец, он по-немецки понимает, но дети с ним как-то привыкли по-русски говорить, потому что он чуть позже в Германию приехал. И когда сын мой подходит и начинает с ним разговаривать по-русски, я сдерживаюсь от того, чтобы не рассмеяться. Такой акцент. Это так смешно. Но я хочу, чтобы они у меня русский знали. Поэтому говорим с ними по-русски. Но они отвечают нам по-немецки. Поэтому я уже как это... Не русский, не немецкий толком. Здесь вот узел завязали. Теперь где-нибудь здесь выводим. И просто затягиваем. Ой, я так рада, что я успела это видео сегодня сделать. У меня завтра еще один день свободный до обеда. И я хочу сделать лягушку. Это не в планах. В планах у меня сделать сову, меня все просят.
Но я сделаю лягушку, и она первая выйдет на немецком, потому что у меня есть одна девушка в друзьях, немка, у нее больной сын раком. 13 лет мальчик, у него рак головного мозга. И она вяжет игрушки ему в больницу, когда ему химию делают. И очень многим детям в онкологии. И она попросила, там есть маленький мальчик, и он очень сильно любит лягушек. И она мне говорит: Лена, сделай, говорит, лягушку, схему какую-нибудь красивую. Ну, для этого я обязательно это сделаю. Вот. И я тоже собрала пакет, кое-какие у меня игрушки есть, и фурнитуру для нее. Пусть она вяжет и делает радость детям. Я только за. У меня есть кое-какие игрушки, которые мне не нужны. Офигеть, какой он красивый. А это еще красивее, чем я делала серый. Ну, он реально крутой будет. Смотри. Девчат, я сейчас его весь соберу. И потом я вам покажу. Короче, мне же не терпится. Ниточки, вот эти ниточки никогда не отрезайте. Пришивайте лучше вот такой ниткой, но под цвет. Эти нитки я всегда делаю так, я их прячу внутрь. Вот сюда. И вот так. И потом вы можете его отрезать. Вы знаете, я из-за любопытства их потом посажу с сереньким. И это, посмотрите, насколько, какую большую роль играет пряжа. Пряжа немного лучше качества, такая толще, и сразу игрушка крупнее. И такая она мягкая, с ней прям вот... Боже мой, мне скоро 40, да, но я бы игралась бы с ними. Это же ненормально, такое ощущение, как будто я в детстве что-то пропустила. Но я бы не сказала, что у меня ничего не было. У меня все было. Но такого не было. Таких схем. Есть же люди, у которых так мозги варят, и вот такое придумать. Связать это одно, но такие формы придумать, это нереально круто просто. Настоящие мастера, как Людмила Журавлева, Светлана Перчик или Перцева, Перчика назад. Вот Юлия Дейнега, у них такие схемы, я бы днем и ночью бы их вязала. И от этого имею просто кайф. И все. Так, пришиваем прям сюда к шее, уши пришиваем, привязываем ленту, и мы сейчас с вами опять увидимся. Девочки, я тут все пришиваю, и вот в течение того, что я пришивала, да, смотрите, как у меня получается. Ручки, вот я, например, одну руку пришила, иголкой прокалываю сюда, пришиваю дальше, я не отрываю иголки. Потом вот тут, например, я вот эту руку дошила и насквозь прокалываю в ухо. Все делается без узлов с одной ниткой. Что я хотела вам сказать, вот эту вот вещь, вот она закончилась вот здесь. Никогда здесь не обрезайте. Может быть, вы уже знаете, я повторяюсь просто, да, но я на всякий случай еще расскажу. Вытащите ее где-нибудь в серединке. Затяните хорошо. Пусть она там спрячется. Чем дальше вы ее вытянете, тем лучше. Потому что такая нитка, да, она, пока она все вязаная, она хорошо. Но как только конец распорот, то все. Она ужасно крошится и потом распустится. Вот эту нитку, это амигуруми колечко. Если вы здесь отрежете, он может разойтись. Также втыкаете где-нибудь здесь и вытаскиваете эту нитку сюда. Ее там никто не видит. Вот. Теперь она вот так вот там идет сзади, да? И теперь вы можете здесь чуть-чуть натянуть, отрезать, и она туда исчезнет. Все. Теперь вы можете вот там, где у вас стычка была, стычка, ну, я не знаю, как называется. Вот это место. Здесь пришивайте, чтобы оно в пришивании ушло. Я его буду вот так пришивать. Можно, знаете, как еще красиво, когда вы слону вот так сделаете. Вот так. А так я сделаю. Офигеть. Девчат, смотрите. Ой, какой он красивый. Вот так я сделаю. Ну, то для этого тогда мне нужно. Для этого мне тогда нужно сперва эту часть пришить. А еще легче, знаете, как ее сделать? Не пришить, а провязать.
для этого. Я вообще такой голубой сейчас пришиваю. Знаете, что сделаете? Сразу же этой ниткой, которую пришивать, ее не так видно, она исчезает, да? У меня именно такого цвета не было. Вот так. Сразу же этой, которую вы провязываете, ей потом и пришить можно. Надо потоньше крючок возьмите, и мне сейчас лень бежать. Пока мне дети дают, они сейчас все дома. Ну, я даже не знаю, девочки, она же видно будет. Нет, она не будет видно. Она закроется, она к телу будет прилегать. Сколько я здесь делаю петелек? Одна. Вторая. Блин, крючок надо меньше. Третья. Лень убивает меня. Так, теперь. Нитку я пока эту оставлю. Эту нитку я делаю подлиннее. Желательно сделать лучше лишний узелок. Ой, как классно. Он такой, знаете, такой няшка такой весь. Такой. Ну, те, кто вяжут, они знают. Игрушки. Так. В дырочку попасть здесь. Так, теперь. Проблема с этой ниткой, но мне ее нужно завязать, потому что я ее здесь, видите, сразу проколола. А планы у меня поменялись. Вот так. Короче, девочки, мы ее прям пришиваем. Но надо так пришить, да? Чтобы они вот так вот свисали. И будет нитка видать. Нет, я попробую утянуть так, что видно не будет. Если я потом насквозь здесь пройду, я его утяну. Она исчезнет вот в этих рядах. Короче, я пробую и все. Если нет, то распущу, сделаю другую нитку. Постараюсь нитку найти. Короче, красотень-то какая. Вы видите, нет? С каждым разом какие-то новые идеи. Так, я сюда втыкаю. Знаете, может быть, даже не надо мне было провязывать, а? Я, в принципе, могла так и ниткой захватить. Да, девочки, извините, что я вам тут мозги парю. Но мне не нужно было провязывать. Если я сейчас просто этой ниткой захвачу, то она туда внутрь уйдет. Это значит... Мы эту нитку опять отрезаем. Нам не нужно это свинство. Ну, вы видите, да, что я вяжу вместе с вами. Что я первый раз вообще такое. Это, конечно, все столько видео занимает, но ничего. Я так не люблю эти видео резать потом. Так, здесь был узелок. Все убираем. Вот. Он уже как будто завязан. Теперь мы берем и делаем это так. Нитка у нас еще есть, которая с головы торчала. Я ее прям из руки засунула в ухо. Ужас. Из руки в ухо. Проделываем в иголку. Так, теперь берем вот это ухо, и мы его привязываем к телу. Мы привязываем, знаете как, чтобы вот эта часть вот так была. Вот так. Только тогда вы можете видеть вот это вот белое.
место в середине. Для этого намного проще. Просто берете, насквозь прокалываете. И не нужно здесь париться. Так, прикладывать. Цепляете. Затянуть можно чуть позже. Самое главное, чтобы вы две части захватили, да? Блин. И вот эти две. Так, теперь попробуйте утянуть. Нет, тут у меня уже не получилось. Надо было мне ее сразу здесь утягивать. Вот так. Вот так. Смотри. Четко. Короче, и так мы делаем другие уши, да? Другое мы точно так же сюда. Вот так пришиваем. И смотрите, какой он класснючий. Итак, девочки, спасибо за терпение. Смотрите. Пришила я ему уши, и захотелось мне именно так. Хотите разницу посмотреть между этим и разницу между этим? Они оба хороши, но я люблю вот это вот. Я вообще люблю, когда они все такие печальки. Они у меня все такие получаются. На одноклассниках можете у меня посмотреть. Мне все не, я не умею делать улыбки, хотя я не по жизни обиженный человек. У меня все хорошо. Но они получаются именно такие. Вот, ножки двигаются, ручки пришиты. Обязательно сделаю ему вот таким цветом ленту. Можно, конечно, какое-нибудь сердечко ему пришить. Но это уже по желанию. Здесь еще что могу вам посоветовать. Взять вот эту нитку и сделать обвязку. Тоже красиво смотрится. Но у меня такой ровный получился край, что я ничего делать не буду. Так, хвост. Вот этого слона должен быть хвост. На сером я сделала вот так. Точно так же можно сделать и на этом слоненки. Для этого я возьму, ну, возьму эту голубенькую. Там уже, знаете, все равно оно. Как вам сказать? Синее есть синее. Пусть он, у него вообще там в схеме этот слоник голубенький, а хвост у него бордовый. Ну, думаю, ладно, пусть у нас будет темно-синее. Делаю я несколько вот таких вот прядей. Вот так. Может, еще раз? Нет, один раз хватит. Потом. Сзади на попец. Просто беру. Привязываю. У него из-за этого носа я даже его толком положить-то не могу. Привязываю узелок. Теперь делите на косички и вперед. Заплетаем. Ну, я буду, знаете, грубо делить. Раз, даже считать не хочу. Так. Как будет, так будет. Боже. Так, делаем здесь узел. Отрезаем. Еще можно вот эту ниточку. Очень классная идея. Можно эту ниточку брать и вот так вот ее полностью распустить. Тогда она будет кудряшками. И для комбинации, если кто-то хочет, можете также завязать такой маленький чубчик сюда сверху ему. Сюда. Такой же, как нитка, хвостик, да? Чубчик завязать. И вот именно иголкой вот так вот ее распушить. Она очень классно пушится, если вы ее так распушите.
И потом даже можно ее как попробовать чуть-чуть расчесать. И получается такой чубчик. Ну, тоже очень красиво. Но я не хочу, я себе так оставлю. Вот, девочки. Ваш обещанный слон. Тяжело мне делать постоянно одну и ту же схему на двух языках. Но не могу я немчикам своим отказать. Поэтому приходится мне делать и на русском, и на немецком. Вот. Вот такая прелесть получилась. Я хотела поблагодарить вас за то, что вяжете со мной. И до следующего раза. Следующее мое видео будет лягушка. Сперва на немецком. Чуть позже, если многим русским понравится, то я выставлю еще и на русском. А потом пойдет белая сова, которая стоит у меня на заставке. Всем пока-пока!